Доброе утро, Бокер Тов. Сегодня я отвечу на вопрос, можно ли использовать глагол метальпен в современном разговорном иврите. Во-первых, можно, но во-вторых, мы должны понять, как этот глагол правильно переводится. Метальпен – это в единственном числе в форме мужского рода телефонирует. Именно так мы будем переводить этот глагол. Неопределенная форма телефонировать – летальпен. И теперь, если вы в русском языке используете глагол телефонирует, телефонировать, то на иврите соответствующий аналог будет летальпен, в настоящем времени метальпен, во множественном числе метальпеним. Но так как у меня ощущение, что в русском языке подавляющая масса тех, кто говорит на русском языке, не используют глагол телефонировать в речи, точно так же в иврите. То есть относительно мало людей, или я скажу, очень мало людей, которые используют этот глагол в обычной речи. Можно, но на мой взгляд не нужно. Как же сказать «звонит»? Миткашер, так в современном языке. Миткашер звонит по телефону, это в форме мужского рода настоящего времени, единственного числа в форме женского рода миткашерет, во множественном числе миткашрим, и неопределенная форма легиткашер. И именно этот глагол мы будем использовать в значении звонит, например, по телефону, по скайпу и тому подобное. Я очень надеюсь, что это было понятно и полезно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Лейтраут. До свидания.